межзвездная комета Кларк. Да-да, не говори. Просто сенсация. Я не вижу Кларка. Может, он еще спит. Пап! Предположительно, несколько крупных обломков кометы войдут в нашу атмосферу. Именно. Такое событие. О чем говорят? Все о том же. Нас ждет невероятное шоу. Ого! Куда они летят? Не знаю. Падает первый обломок. Куда? По идее, в океан. Два. Какое зрелище. Один. Эй, а где взрыв? Нам сообщают, что обломок кометы только что упал в центральной Флориде. Господи. Стоп, будут еще обломки? Быстро за мной. Небо горит. Два дня. Они ошиблись. Там куча обломков. Нам конец. Надо держаться вместе. Мы просто ищем убежище. Все военные самолеты направляются в бункеры в Гренландию. Это наш шанс. Все назад! Нарушение периметра! Нарушение периметра! Вперед! Вперед! Бросай оружие! Элисон! Нейта! Элисон! Где папа? Мы найдем его, все хорошо. Самый большой обломок Кларка упадет в течение суток. Клянусь, я доставлю семью в этот бункер. Знаю, сынок. Если вы слышите это сообщение, немедленно найдите укрытие. Что это? Что происходит? Если вы слышите это сообщение... Боже мой, да стой! Немедленно найдите укрытие. Держись, Нейтан!